Первый друг приехал из далекого города Ставрополь. Большой друг Анатолия. Вышло даже так, что Анатолий исполнял одну из его композиций, хотя своих более 30 альбомов. Игорь Тушкин, легендарный поэт России, по-другому не скажешь, и человек, который пишет замечательные, красивые песни. Замечательный человек. Человек, как я его называю, человек от Бога. Вот, как-то так сложилось. Поэтому искренне, Толик, я тебя от всей души поздравляю, мой друг, с твоим днем рождения. Самое главное – здоровье. Когда у человека есть здоровье, хочется творить, хочется что-то делать, хочется что-то двигаться куда-то дальше. Поэтому также хочу сказать, дорогой зал, будьте вы здоровы и, самое главное, счастливы. Good.
поздравляем с днем рождения. Заработал. Представляете, дорогие друзья, из города Ставрополь, чтобы спеть одну песню и поздравить любимого друга. Игорь Тушкин.